Всем привет! Сегодня мы посмотрим на электрический утюг от компании Endeavor под названием Delta 102. Вот так вот выглядит его коробка. А вот так вот выглядит сам утюг. Как видите, он достаточно компактный и приятно выглядящий, поэтому он подойдет в любую квартиру. С ним в комплекте даже идет такой небольшой мерный стаканчик, с помощью которого можно будет легко налить воду в данный утюг. Чтобы налить воду в данный утюг, нужно всего лишь открыть вот эту крышку и наполнить его. Например, с помощью этого стаканчика. А теперь я вам расскажу про остальные функции этого утюга. Начнем, наверное, с этих больших двух кнопок на ручке. Здесь есть паровой удар и спрыскивание из вот этого отверстия на носу. Также здесь есть небольшой рычажок, который будет регулировать мощность парового удара. Например, отключенный режим, включенный режим и также экстра паровой удар. Здесь есть такой небольшой регулятор мощности самого утюга. Он регулируется от совсем маленьких значений до максимальных, с помощью которых вы сможете, например, обладать лен или хнопом. Поэтому вы с удобством можете подобрать нужную температуру конкретно для вас. Давайте перейдем к подошве. Как вы видите, это стальная подошва, которая довольно приятно выглядит и прослужит вам довольно долго. У него есть небольшой удлиненный носик, с помощью которого можно будет прогладить более труднодоступные места. И также есть небольшой зазор между подошвой и утюгом, с помощью которого можно будет гладить труднодоступные пространства, например, рядом с пуговицей. Вот так. В целом, я хочу сказать, что этот утюг очень красиво выглядит, он компактный и подойдет, я думаю, что всем. Я хочу его посоветовать. Это был Endeavor Delta 102. И спасибо за просмотр.